Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. Ну чё, сегодня у нас, короче, будет капец такой, который мог бы остаться за кадром. Но не посмел я, ребята, это сделать, потому что, как бы, хочется все вам показать. Пришел сюда, подумал, в общем, это всем известный дом колдуна, нашумевший, свежевышурфленный. Вот такой вот домишко, сейчас к нему мы подойдем еще раз. Вот, попыжились мы тут прилично, конечно, с Юрцом. Но вроде его проверили. А вот здесь вот, ребят, по всей видимости, ну я так шел, гулял, увидел, вот, походу была загородка. Вот он, забор, соответственно, вот здесь вот, возможно, был сад. Информация пока не точная. Юрца сегодня со мной нету. Но попытка не пытка, чё. В общем, решил я тут походить вот по этим полянкам, ребят. Вот здесь, здесь, здесь повыше взять. Тут, походу, может быть, огород стоял. Вот, а вот здесь вот, вот эти вот все деревья, которые, ну, кустарники, возможно, был садишка. Хотя яблонь пока не увидел. Ну, зачем колдуну яблоки-то, по большому счету. Короче, посмотрим, походим. Будут находки, покажу. Выйдет видео. Находок не будет, то, соответственно, и видео не выйдет у нас. В общем, друзья, поехали. Ребят, пользуясь случаем, хочу обратить вот ваше внимание вот на этот ряд, вот на эту поросль, вот ряд деревьев. Смотрите, какое оно здоровое. Ему несколько сотен лет, и стоит она тут, ну, если не вечность, то, наверное, очень много. Вот, как раз-таки вот этого, помню, в комментах мне писали, говорят, Женек, попробуй, говорит, под деревом походи. А здесь сугробы были ужасные, ходить было невозможно. Ну а сейчас здесь вроде бы более-менее, ветки остались прошлогодние, опавшие сухие, которые попадали, ну, дерево старое. Ну и, в общем, тут тоже мы походим, этому внимание уделим. А так пока ничего еще не копал, не включался, сейчас буду приступать. Ребятки, первый сигнальчик нормальный. Буквально не отходил никуда. Где он? Вот. 8-10. Здесь либо проволока алюминиевая, либо маленький совет. Показывает на 10 сантиметрах, ребят. Сейчас попробуем мы это дело ширнуть вместе. Традиционно первый сигнал копаем вместе, а дальше по ситуации. Так. Пробки так не звучат. Что-то вырвал. Сегодня тепло у нас, хорошо. В общем, у кого-то сугробы, а у нас еще, а, блин, колесик, вот он, вот такой колесик от часов. Хорошо звучал, зараза. Вот такая вот находка первая. Скоро у нас, ребят, фокус появится. Скоро будем приближать, все вам будет видно. Во, ребят, разгреб, короче, траву. Ну, старую крапиву. Лежит какая-то то ли чашка, то ли сковородка перевернутая. ЗМС. Старье. Сигнал был интересный. Думаю, копну, а? Эти. Во. Вот такая вот колдовская тарелка, блин. Сила. Здесь тоже, кстати, сигнал. Это я сейчас отброшу. Нам она без надобности. Здесь показывает вообще что-то на поверхности, что ли, блин. А, вот она, пробка, и копать не надо. Ладненько, походим еще. Сейчас у деревьев у этих пробегусь. Серьезнейший сигнал, похожий на совет или на пробку. 34. Хотя, может быть, и даже не пробка. Так, что тут есть? Хоть бы что-нибудь ковырнуть интересное. Ковырнем, ребят, должны. Время у нас валом. Так, сейчас пинцом мы это все дело облагородим. Что-то там в глубине. Непонятно чего. Я его не выкопал. Не выкопал.
А это плохо. Так. Ну давай. Достойное нам что-нибудь. Колдун, выдай, как пятаки екатерининские шурфа. Что-то есть. Ага. Ага. А, вот она наша. Непонятная. Ну, алюминий, оплавыш. Происхождение непонятное, что было, даже неизвестно. А, тюбик, ё-моё, вот он. Тюбик СССРовский какой-нибудь. Паста зубная или шампунь желтковый раньше был. Ладно. Ребят, думал, монитос. А выскочила какая-то, блин, похоже, не знаю, на конину, что ли, или замочная скважина какая-то. Надо сейчас поглядеть. Ну, скорее всего. Блин, а звучало-то как, а? Аж сердце передрогнуло, ребят. Вот такая вот находка. Еще один, ребят, у нас, походу, механизм от часов. Да тут, наверное, не колдун, а часовщик какой-то жил. На этот раз побольше. Вот такая вот система. Блин, как они сигналят, так как медь царская. Я думаю, включить камеру, не включить. И вот она, пожалуйста, находка. Та же самая яма, ребят, где механизм от часов. Еще один сигнал. Не знаю чего, сейчас копнем. Точнее, копнули уже. Сейчас еще один бах, еще один механизм. А, нет. Походу, от велосипеда раньше ключ семейный был такой. А может быть и нет. Пока мусор, короче, идет, блин, но не теряем надежду. Ребят, под этими кустами, короче, сейчас. В общем... Сигнал замечательный. Блин, не знаю, копать, не копать. Обратил внимание, видите, крышки всякие валяются от консервов, тюбики. Здесь, походу, мусорка была. А я на нее, короче, и, наверное, набрел. Наверное, под этими кустами, может, яма какая была. Тут мусор скидывали. Сейчас, ладно, копну его, конечно. Посмотрим. Ну, буду я сейчас... Ну просто, ну как такие сигналы не копать, а? Ну вон они лежат, крышки эти от консервов всякие, там от банки. Они то же самое, так же звучат. Поэтому некоторые тоже в комментах задают вопрос, говорят, как отличаешь. Все приходится копать, ребят. Все приходится копать, смотреть и находить вот такие вот куски алюминия. Ни о чем. Ладно, смотрим дальше. 40, ребят, прекрасный сигнал. Чистейший. На 10 лежит. Сейчас посмотрим. Может, тут он припрятал свое золотишко-то где-нибудь. Так. Не вон та ли мандула. Нет, еще не выкопал, оказывается. Так. Будем искать. Глубоко. Тут похоже на камни на какие-то. Кто мне звонит постоянно, а? Когда сигналы ловятся хорошие. Ложки кусок. Да. Что такое не везет? И как, ребят, с этим бороться? Ну ничего, найдем, должны найти. Во, ребят, помазок нашел, бриться. Вот она. Сначала не понял, что такое, потом... Увидел эту воросню. Минск написано. Минская. Вот такая вот. С этой ямы.
Я уже вот от дома отошел, здесь уже понизу хожу. Там мусор валом. Ям 20, наверное, накопал в радиусе там 2 метров, наверное. Сюда вот ушел, здесь поспокойнее. Сигналов поменьше, но хотя бы что-то такое интересное попадается. О, ребят, монитосище выскочил. Красавец, красавец от души. Долго я тебя ходил, искал. 5 копеек, 28-й год. Вот такой вот сохран слабоват. Вот такой вот Петифон. 28-й год. Зачитывать, ребят, не буду, потому что планшет в рюкзаке остался. Если что еще найду, потом все разом зачитаю. А так пока монетка. Пятачок, который смог обрадовать. Вот здесь вот в болоте практически. Вот тут уже болото. Вот там где-то сверху, наверное, родник, может быть, какой-то течет. И вот здесь вот непереходимая местность, наверное, шириной 3 метра. Вот, а я здесь, вот здесь низина, дом вон там стоит, получается, развалины те. И я вот сюда вот отошел, здесь смотрю, тоже полянка, но может быть тут огород какой был. А вот эта вот рощица молодая такая, смешанная. И березки здесь вон стоят, и еще тут какие-то осинки, может быть. Так что, ребят, первое с почином. Ребят, вот тут вот пятак поднял 28-го. Вот здесь вот прям следом 46 сигнал. 44. Сигнал путный. А мало ли, чем черт не шутит, а? Друзья, подписчики, гости. Какой он звонкий-то, а? 44. Сейчас отцентруем. Вот здесь, на десяточке лежит. Ну-ка, выдавай нам что-нибудь хорошее. Короткий сигнал. Хороший сигнал. Вот после пятачка-то оно настроение как-то поднимается сразу. И ничего, что совет. Ах, как он вообще смачно-то, а? Ребят, кто терочник, поймет меня. Поймет сигнал. Его чувствовать надо. Может и барахло быть, конечно, но оно и есть барахло. Цепанул что-то лопатой. Вот, вот оно, барахлище. Но как она звонит-то, а? Каждый звон такого сигнала заставляет вздрогнуть. Ничего не понятно. Какой-то от чего-то кусок. Ребят, выкопать выкопал, найти не нашел. 36. Сейчас посмотрим. Ну выдавай. Гарри, угля. Солнце света. Черт, что это? Опять мусор, что ли, какой-то. А вот. Вот идешь на коп, да? Сидишь дома, никто не звонит, никому я не нужен. Блин, это вообще какой-то камушек даже. Тяжелый. Вот это да. Похоже на камушек, даже не оплавыш никакой. Тяжелая штука. Такой он прям. Да я даже не знаю, как-то он для камушка слишком тяжелый. Он ли вообще звонил? Нет. Сигнал-то четкий вообще, путевый сигнал. Ну да, он звонил. Сейчас я уберу здесь еще, прозвоню. Да, ребят, смотри. Что может быть такое? Кусочек, может, метеорита? Маловероятно, не знаю. Я просто и не знаю даже, как они выглядят. Я их не находил никогда. Но очень тяжелый для камня. Камень легче. А это прям увесистый для такого размера. Нормально. Честное слово, ребят, думал, Катин пятак, а? О, медь. Кусок какой, а? От души вообще. Вот он, ну, чуть меньше пятака. Кольцевик примерно такой, чуть-чуть. Там 42 сантиметра. Но этот, наверное, около 45, наверное. Прям четкий 46, и лежал-то неглубоко. Ну, вот еще, ребят. 42. Супер четкий сигнал. Вон там медяк. Вот здесь вот хожу по этой поляне. Видите, какие орепии? Ух ты, из дерева что-то упало. Сейчас отцентруем. Никуда не уходит. Ни на минус не уходит. Ну, исключительно лежит в земле цветной металл.
круглой, наверное, формы по большей мере, потому что сигнал короткий, не растянутый. Не хрипит ничего. Вот эти вот кадры бесполезные. Приходится снимать, а потом при монтаже удалять. Ай-яй-яй. Пятачок зато есть. Мы и тому рады. Что-то глубже. Не выкопал. Значит, наверное, что-то большое. Меня смутило то, ребят, то, что сигнал реально не уходил в чернину. И на алметаллах тоже. Как это понять? О, ух ты! Да ну, ах, ёпара СТ! Думал, монета серебряная. А, черт. А это не весь что. Лежало-то так прямо. А, думал, здесь может быть гуртец какой-то вот сбоку или окантовочка, как и на кольцевиках. Ладно. Только лопату поднял. Вот она, пожалуйста, опять она. Опять маузер от винтовочки, опять немецкая. Как всегда, я не знаю даже, есть ли здесь такие места, где их просто нету, а? Ведь на любом копе, на каждом копе они попадаются. От 5 до 10 штук я их нахожу за коп. Ребят, снимаю, потому что не верю, а? Треха поздняя. Вот что тут делает поздняя треха, вот в этих дебрях? Блин, ветрюга, а? Забыл я поролон сегодня одеть. Вон он, дом. Вот что, если ранние попадаются? Ну, поздние на фундаменте попадались. Поздние советы, это очень большая редкость, тем более год, сейчас мы посмотрим какой, 89-й год, а? Вот по рассказам, то есть тут еще с 70-х годов уже никто не жил. Ну вот что, ладно, я тут понимаю, какая-нибудь земляничная поляна была, может быть, или еще что-то такое, знаешь. Но люди, когда приходят там зачем-то уже позже, но когда с 70-х уже, наверное, там годов никто не живет, вот как попадает сюда 3 копейки 89-го года? Вот этого я понять, конечно, не могу. Для меня это вообще, ну, в коей мере вообще удивление. Однажды был на копе, вот у меня видео выходило, где искать царские монеты. В лесу мне попался Дисюк, поздний совет. Какой-то 67-й, что ли, или 72-й год. Я был крайне удивлен. Ну что, ребятки, еще одна. Видите, нет? Вон она, вижу. Вижу, родная. Совет, скорее всего, сигналил советом. Эх, подзатянуло-то ее как. Трешечка, наверное. Сейчас я ее маненечко это в божеский вид приведу. Блин, пин выключить забыл. Вот она. Какой годец-то. Годец не виден. Потрепано. Подхожу я к домишку-то. А к домишку подхожу. Начинают вываливаться. Ох, прям хорошо-то как. 1900. Какой-то 9-й. Вот такая. Видно вам, наверное, ребят, тут все. Ну, затянул ее вся. Вся она в налете. Ладно, потом, если получится очистить, зачитаю год и стоимость. Прекрасный медный сигнал. И что мы видим опять? Опять мы видим кольцо вот такое, ребят. Вот лежала она вот так, ребят, глубоко два штыка взял. Ну, кто терочник знает, что, повторюсь еще раз. Звучат как вот реально, как пятаки екатерининские. Прям, ну, просто душевно. А при учете, что они тут попадались, приходится их копать. Да если бы даже и не попадались, все равно бы копнул. Потому что сигнал четкий, а вот начинаешь, вот вываливается вот мусор вот такой. Сигнальчик, друзья. 30. Глядишь, и совет. 2 уже у нас. Правда, с охраной не очень. Бывают советы попадаются прямо. Ух! Огонь! А здесь... Чуть... Нет, не то, наверное. Опять, что ли, это... Это звучало-то или нет? Нет, смотри, я думал, она.
Значит, позвоним. Опять тюбик. К дому подхожу, одни тюбики. Соблюдал у нас колдун личную гигиену. Все, тут и шампуни, и тюбики, посмотри, а. Деловой. Я думал, он отвары только варил. Да зелье заморское. Ребят, ушел я сюда на болото, короче, спустился от дома. Там копать нереально, потому что, ну, куча. Каждый, там, я не знаю, 20 сантиметров сигнала. Все, мусор, банки, склянки. Вот, черный сигнал. Решил посмотреть. Копнул, проволока, короче, колючая. Вот, наверное, военного времени еще. Может быть, не знаю, какая заграда была, от чего, не знаю. Здесь ручей. Сейчас переверну, ветер у нас подует. Вот он, ручей бежит. Ну и вот здесь вот топь. Вот я ямку копнул, и уже вода наполнилась. В принципе, так особо не страшно, ничего не засасывает, не проваливаешься. Ну, вот такие вот. Такая вот болотистая местность, роща. В общем, здесь пока хожу по черным, смотрю. Надоест, уйду на цветные повыше. Ту рощу еще хочу вот молодую пройти. О, ребят, нашел тюбик. Мазь солидоловая написано. Сколько тут? 40 грамм. Цена 9 копеек. Хранить в прохладном месте. Место прохладное. Вот тут прям на болоте хожу. Здесь болото начинается. Уже далеко за огородом. Здесь полянка, по полянке прошел, повыбивал, ничего нету. И вот сюда вот ушел, вот здесь вот под деревом сигнал, вот эта мазь солидоловая. Очередная монеточка, ребят. Опять совет упал, пятачок. 79-й год. Не сказать, чтобы я прям так сильно обрадовался ему, но тем не менее, находка есть находка. И монета, но... Учитывая местность, где я нахожусь, я вам сейчас обзор тут развернусь, покажу. Вон там, он где-то у меня, вон за теми кустами тюбик упал, солидоловая мазь. Вот, смотрите. Как бы, ну что тут могли в 80-х годах люди-то делать? Деревья стоят вековые, болото, а монеты валятся. И поздние. Так что вот, друзья, парадоксально, загадочный и дом колдуна, и огород колдуна, на доме Екатерины, здесь поздние советы. Вообще в какой-то, извиняюсь за выражение, попе. Вот как-то так. Скоро буду собираться. Весь хабар вам... О, пинт не выключил, пинт трещит. Скоро хабар вам покажу весь, который нашел. Ну еще похожу, может, с полчасика вот так. Сейчас солнышко покажу, вон оно уже почти что садится. Сигнальчик, ребят. Отдает на чернину, но все равно копну. Мало ли что. Здесь вроде не отдает. Сейчас посмотрим. Ой, блин, выронил металлоискатель. Металлоискатель падает. У меня аж прям как ножом по сердцу. Почетче начал. Бывает такое, ребят, монетка, допустим, лежит царская, да, сигналит. Не очень хорошо, как бы цепляет, а потом чуть копнешь, сигнал четкий начинается. Но на империю мне с ним что-то не везет. Не смог я взять. Так. Наверное, мало ел. Лежит на 10, взять не могу. О, что-то большое там. Большое, ребят. Шоркнуло. Сейчас. Горшки нам не хотят попадаться. О,
Ёпарасота. От транспортера петля. Сцепка. Вот. Ладно. О, ребят, что нашел. Это у нас, походу, погреб был. Вот рядом с домом. Зимой снегом засыпает и не видно. Там даже снег остался еще. Не растаял. Везде снега уж нет нигде вообще. А там лежит. Видите? Че он тут? Кирпичом выложен. Выложен кирпичом. Значит, поздно строили. Более ранние постройки делали из природного камня. Вот, тесали щебень крупный. И вот так вот. А дом вот он уже. Вон даже бутылочка стоит, которую мы нашли на шурфе. Солнце садится. Сейчас похожу еще. Ребят, писали мне в комментах. Я там тоже начитался на форумах. Там под подоконником делали, короче, тайники. А вот я сейчас хочу, ребят... Мы его с Юрцом не трогали на шурфе. А тут, пользуясь случаем... Не думал, что я, конечно, буду на него еще возвращаться, но, тем не менее, пользуясь случаем, думаю, так я... Ну и тут лопатой немножко отодвинул. Он у меня и пошел. Думаю, включусь, покажу вместе с вами. Пошел, только не, как бы не очень сильно хорошо. Но я думаю, что я его должен оторвать. Ух ты! Да, тут уж 25 кладух. Обтесанный сруб, и на него был прибит подоконник. Попробовать прибором позвонить, может быть. Ну, делали закладки. Потому как вроде на видном месте, а смотреть тут никто не будет. Обычно вот такие вот здесь ниши, ну, прорезанные. И сюда золотишко-то и прятали. Золотишко, вещи всякие драгоценные. Сейчас посмотрим. Позвоним на цветных. Доклада тут явно далеко. Но тем не менее. Тем не менее. Ладно. Ну что, ребят, вернулся я на исходную. Вечер, теплый сегодня, хорошо. Находки сами видели. Сейчас я, конечно, еще вам покажу. Я их даже... Сейчас шмурт сначала выкину, которая в кармане. Ну, все, что в карман собирал. Вот, гильзач тут всякий. Ну, короче, ничего путного. И монетки я сейчас вам покажу, какие нашел. Вот, сегодня. Взял этот камень на всякий случай. Думал, метеорит. А кто его знает, может быть и он. Сегодня два пятака у нас, ребят, упало. Ранний совет и поздний совет. И две трешки, кстати, как неудивительно. Вот тоже ранний и поздний совет. Представляете, только сейчас на это обратил внимание. Вот это да. Каждой твари по паре. Вот. Вот он, дом колдуна. Наш зимний. Начали мы его с февраля. Закончили в марте. Было несколько выходов сюда. Получилось аж 5 серий. Но с огородом колдуна... И с садом колдуна, который, ребят, я сегодня, ну, со скольки я? С часу, наверное. И вот сейчас уже, наверное, 7-й час ходил. Похвалиться особо нечем. Но, тем не менее, ребят, я отдохнул очень здорово. Плюс тепло. Здесь в ветках еще, как бы, в деревьях, в этих садах еще, как бы, так ветер-то особо не продувает. Поэтому даже ямы копать немножко взмок. А такой дом колдуна... Кто видео не смотрел, хотя, наверное, все его смотрели. Представляете, сколько мы тут перебросали зимы. Ой, зимы. Земли. Ну да, зимой земли. Это только 1/3 часть земли, потому что среднюю часть мы набрасывали на эту часть. И последнюю разделили мы шуров на 3 части. Последнюю забрасывали середину, разравнивали, чтобы у нас не было. Так бы еще бы больше было. Но здесь КамАЗ. Вот, в общем, 3 или 4 КамАЗа, получается, переброшено было земли. Всего лишь за 37 монет, по-моему, мы подняли с этого фундамента. Было пару Катиных пятачков. Вот. Царей таких империй много. Советов, как и ранних, так и поздних. В общем, как-то так. О, видите, опять смс-ка, друзья. Вот я, ну, в каком-то включении говорил об этом. То, что сидишь дома, не нужен никому. Как только выходишь на коп, звонки и смс-ки, все подряд при учете, что как бы... О,
Юрец. Юрец беспокоится. Ладно, ребят, буду прощаться с вами. Спасибо, кто смотрел. Покопали? Вроде неплохо. Монеты были, и то не впустую. А вот с империей не повезло. Всем спасибо, ребят. Всем пока. До скорых встреч. До следующих серий, приключений, включений. Ну и подписывайтесь на канал и в группу ВКонтакте. Потому что в группе ВКонтакте у нас все анонсы предстоящих выходов, видео, стримов. А на канале уж вы точно, подписавшись, не пропустите ни одного интересного и нового видео. Всем, ребят, спасибо. Всем пока. И до скорых встреч.